Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем видеоролик по танчикам онлайн, и естественно его записывает кто? Лучший, самый лучший в мире ютубер по танкам онлайн. Вообще, лучше меня, наверное, по танкам онлайн ютуберов, но вообще нету. Но, как говорится, как бы, каким бы скромняшкой я у нас не был, няшка и скромняшка, но вот реально, просто реально, лучше меня совершенно никого нет. Сидел, не знал, что записать, потому что ролики у меня, в принципе, на канале, если кто не заметил, выходят достаточно редко. В прошлом месяце вышло их что-то вообще, роликов, наверное, 6 или 5, что-то в этом духе. Ну, короче, супер-супер редко я теперь записываю ролики, и хочется вообще ответить, почему я не участвую в битве ютуберов. Вот, сидел, во-первых, не закончил мысль. Не знал, что записать. И вот тут хопля! И мистер Ванька подкидывает мне идею. А почему мне записать такой? Поэтому спасибо ему большое. Вот, почему я не участвую в битве ютуберов? Во-первых, у меня в эти дни, когда будет проходить битва ютуберов, рабочие смены. Вот, я работаю водилой. Ярик водила. Естественно, два денька, на которых как раз-таки выпадают у нас дата проведения Вот этих всех мероприятий, по крайней мере. Тут не знаю, почему такие даты стоят, но вроде как они будут проводиться 10-11 числа. У меня в эти дни смены рабочие. И подмениться, в принципе, можно. Но тогда мне потом придется целых 4 дня не спать нормально, гробить свое здоровье. Но я посчитал, что это того не стоит. Это раз. Вот, поэтому, ну, это первая причина, почему я не участвую. А вторая причина, почему я не участвую, во-первых, я прекрасно понимаю, что это будет командный бой, а так как я у нас катки, в принципе, все предпочтительно играю как ТДМ, вот, мой самый любимый режим, это, естественно, ДМ, который убрали, поэтому все режимы в танках, которые вообще есть, я играю как ТДМки. То есть я просто еду и просто убиваю чуваков. На команду, где-то флаг, где-то еще что-то сделать я не играю, потому что, ну не знаю, мне это не интересно, я, соответственно, не умею. Поэтому я прекрасно рассчитал свои силы. Даже если я подменюсь и буду участвовать на призовые места, скорее всего, я у нас даже и не вырвусь. Вот, а если даже вырвусь, то какое-нибудь третье место, maybe 1000 танкоинов и 10 ультраконтов. Ну, такое себе. Я так думаю, 4 дней без сна это того не стоит. Вот, ну и еще, раз уж мы записываем максимально честный ролик, во-первых, призы. Ну, так скажем, даже за первое место прям, ну, совсем не очень. С ультраконтов мне, в принципе, ничего не падает. Сотка ультраконтов для меня, для моего аккаунта суперневезучего, это мега мало. Скорее всего, мне с них выпадет только лишь какая-нибудь фиолка. 10 тысяч танкоинов тоже ни о чем. А вот, ну и если прям совсем уж будем честными. И еще ютуберам обычно за победки выдают баллы. Баллы на сайте YouTuber2. А так как здесь их вообще у нас нету, либо не знаю, может быть, уже добавили, но когда, по крайней мере, мне анонсировали эту тему, баллов за как раз таки на сайте YouTuber2 здесь не давали. Это опять была одна из тех самых весомых причин, почему я у нас отказался. Вот так вот все просто. Вот так вот все. Все максимально просто. Такой коротенький ролик ночью. Почему не участвую? Вот потому что рабочие смены, призы для меня прям, ну, вообще не ахти. Прям так скажем, вообще не ахти. Ну и расцениваю свои возможности как игрока в командной битве. Ну я здесь, можно сказать, прям, ну не знаю. Может, даже и не среднячок, а какой-нибудь ниже среднего игрок. Вот, поэтому как-то так. Поэтому и не участвую. Все максимально просто. А вот если бы там были какие-нибудь баллы на сайте YouTuber2, и танкоинов бы давали, как у нас в первой битве, 100 тысяч танкоинов за участие, плюс, соответственно, 10 тысяч баллов там на сайтике, Это вообще вышка пушка. Вот в таком вот можно участвовать, а вот такие вот призы, к сожалению, для меня не в тему. А вот как-то так. А, ну и да, еще одна веская причина, в чем она заключается.
в прошлую, получается, битву ютуберов, где нужно было набивать опыт, я участвовал. Ну и особого актива лично у меня на стримах я не заметил. Вот. То есть обычный такой же дефолтный актив, как и на других стримчиках. У меня лично, опять же, у пацанов вроде там актив был достаточно такой неплохой, порядочный. Но лично у меня его не было совсем. То есть был такой же, как и на остальных стримчиках. Поэтому как-то так, даже 4 причины, из которых складывается мое неучастие. Так, ну, до 8 минут я, наверное, уже не дотяну данный ролик. Хотелось бы воды еще полить, но не будем, и так уже налил. А как так, с вами был Вайдер. Всем пока-пока. We'll be right back.